эмоции, ну, непередаваемые. Мы пытались бороться, выиграть. Мы вообще настраивались на игру с самого начала. И, ну, считаю, показали хорошую игру, чтобы выйти в полуфинал. Мы довольно дружные и можем за себя постоять. Вообще в любых ситуациях. Мы уже второй год. Тимбейджики стали матовые, а раньше были глянцевые. Количество команд очень увеличилось. Очень зашкаливают. И игра мне очень понравилась. Хоть мы и проиграли, но все равно очень старались выиграть. Ну, команды здесь все очень сильные, достойные победы. Ну, турнир классный вообще. Мне прям очень понравилась сегодняшняя игра, она такая захватывающая. Особенно вчера с Санкт-Петербургом. Мне очень нравится игра. Мы проиграли, но игра была сильная, и противники тоже были сильными. Всем удачи, нам победы! Мне очень понравилась игра, но нам нужно очень сильно собраться. У нас просто нет собранности. Нам нужно отыгрываться и исправлять свои ошибки и накапливать опыта. Мне очень нравится турнир. Прям не хочу отсюда уезжать. Впечатления были просто потрясающие. Да, нам очень все понравилось. Да, мы все общаемся и разговариваем постоянно. У нас никто как бы не обижается друг на друга. Ну, когда мы выигрывали, конечно же, мы радовались, восторг. Ну, конечно, вся команда расстроилась из-за того, что не выиграли. Не могли. А вот когда начинаешь выигрывать, то потом начинаешь лениться. Ну, наверное, сильные команды – это Красноярск, Омск. Я думаю, что они могут занять с первые-вторые места. Мы выиграем 100%.